Привет, друзья! Бывало ли так, что вы взяли классно виражащий самолет, например, шачка, и не можете в бою перекрутить даже медленный мессер? Может, они читеры? Да нет же, они просто знают, как использовать рули направления в аркаде. Я научу этому и вас. Попробуйте во время виража зажать еще кнопку рысканья, по умолчанию Q или E. И что мы видим? Да, вираж стал кривым, но при этом он стал гораздо быстрее. Только посмотрите, насколько быстрее разворачивается самолет. А исправить крен самолетом мы можем кнопками A и D. На некоторых самолетах таким способом можно выиграть гораздо больше 1 секунды. Теперь вы знаете, как перевиражить любого в аркадных боях War Thunder.